О, то, что надо. Нормальные плечи. С армором, стаминой. Ловкости, конечно, нету, но... Я рад и такой находке. Он смотрится классно, как раз под меня. Классно. Что-то этот камень все не падает. Какой же дроп у него? О, все, камень выпал. А, слизняка. Со слизняка-то выпало или нет? По-моему, нет. Ведь он ударил и убежал просто, потому что кабан в ответ не ударил. То есть очень странная система здесь. Очень странная. Ну, значит, это все крокодилы, это все там какой-то морлок. Вот у нас сумка здесь еще падает. Там слизняков, наверное, много. Здесь надо баннеров каких-то подобывать. Так, а тут что? А, копер, пошли за копером. Ай, пофиг, реально, времени столько трачу на добычу. Мне тин нужен только. Вот тин будет, сразу беру. А так время надо экономить. Все равно мне уже не нужен этот реагент, а на аукционе я не продал даже свои. То, что я там стаки поставил, никто не выкупил их даже. Никому они не нужны. Копер. Мы пройдем, да? Да, тут один квест поговорить, там еще дальше дадут квест. Но у нас места нет для квеста. Ну, посмотрим, что-нибудь придумаю я. По-моему, здесь наверх надо идти. А, я как раз-таки сделал, наверное, этот квест с камнем. И я просто сейчас его сдам. А что это? Как туда попасть? И там как раз-таки тин, то, что мне нужен. Но я не знаю, как туда попасть. Нереально просто. Так, вначале я сдам квест. Сдать квест, по-моему, в пещере можно. А, тут еще квест, ё-моё. У меня места нету. Этот я возьму. Окей, квест. И что здесь? Так. Да, реально сложный уровень. Вот, сложный уровень для этого квеста. Может быть, их пока не буду брать. Убивать. Что реально, я пока не готов. Мы потом возьмем его снова. Я его отменил. А где его взять, я что-то не понял. Ну ладно, разберемся. Вот что значит мало места для квестов. Постоянно приходится жертвовать чем-то.
Так, а... У меня тут указано, что я должен что-то здесь взять. А, вот, что это? А, это первая часть там квеста всего. Фрагменты, короче, здесь надо искать. И плюс убивать кого-то. Ну, смотрите, залежи где-то там. Как я их должен взять? Они, наверное, провалились в текстуры. Скорее всего, так и есть. Значит, мы будем собирать фрагменты. Вот я вижу какой-то фрагмент здесь. И кого? Рапторов убивать или что тут надо делать? А, нам, по-моему, фрагменты собрать, и потом еще рапторов надо будет чуть позже. Так, я вижу фрагмент. Далее. Неру фрагмент где-то здесь еще есть. Но что-то я тут уже не вижу его. Друиды убили. Да. Рано ты сюда пошел. 23 левел. Против 26-го. Не справишься ты. Некоторые игроки очень странно как-то поступают. Идут в такие локации. Зачем сюда идти? Где еще фрагмент? Не могу понять. Тут может фрагмент какой-то. Да нет, тут ничего нет. Я, наверное, слепой. Где-то фрагмент есть, но я его не вижу. Вот, это я взял. Может быть, кто-то до меня взял, и поэтому я фрагмент не вижу. Я не знаю. А, вот, нашел что-то. Значит, это последний, по-моему. Да, судя по всему, это последний фрагмент. Нет. У меня почему-то квест отображает все эти фрагменты, но я их уже нашел. Неру фрагмент какой-то остался только. Но на самом деле, где угодно может быть. Надо просто везде поискать, я думаю. Даже для меня они сильные, эти какие-то рапторы. Они почти пета добили. Реально сложно. Но здесь, смотрите, показано в двух местах, да? То есть, окей.
Давайте посмотрим первое место. Первое место где-то здесь. Я тут смотрю, ничего не вижу. Может, не отреспавнилось? Так, а второе место где у нас находится? Второе место где-то здесь. Прямо вот. Может быть, друид просто забрало? Ну, указано типа здесь. Друид тоже чуть не подох. Второй раз. Ну, указано здесь, но я ничего не вижу. Но они все фрагменты были большие, на самом деле. Вот был первый фрагмент, второй, там, то все. Может быть, я уже сделал это задание, а? Еще какой-то чувак. Может, он не респаунится, может, он маленький фрагмент. Я его найти не могу, я еще засыпаю к тому же. Блин. Мне эта локация так не понравилась, я не знаю. Хоть все квесты убирай и больше тут не делай. Мне она реально не понравилась, лока это. Это какой-то бред здесь делать, квесты эти. Реально хочется просто телепортнуться в Даркшир пойти и все. Потому что, ну вот я бегаю, но где? Где этот фрагмент? Ну вот какие-то кости, да, но я не могу это залутать. Вот какой-то кувшин, я думал, это он. Нет, это не он. Сейчас я спрошу у чувака этого. О, походу мне покажет. Кто бы мог подумать, что роги могут показать что-то. Где-то здесь что-то. Что-то даже не знаю. Что, он мне покажет сверху, что ли? Я думаю, что он тут стоит. Так, все, пойдем наверх. Спасибо ему. А то
квест неправильно показывает, и я что-то не допетрил, что может здесь за деревом где-то быть. Это вообще непонятное место. О, тин снизу, блин. Сейчас я потом возвращаться буду, должен взять я его. Сейчас будет продолжение, по-моему, рапторов убивать. Так что нам сейчас надолго здесь этих... Там штук 12, наверное, их надо будет убить. Это надолго будет. Я помню, что только первую часть сделал, а потом рапторы пойдут. Thank you. See you soon. Нет? Well met. Странно. Он мне не дал на рапторов квест. А что у этого за квест? Ормер. Ормер Ревенж. А, надо вначале там, а потом вернуться сюда, я понял. Тогда будут более сильные рапторы. Ладно, погнали. А, тин у нас тут. Здесь на горе. Ой, ё-мо. Собираем его, хоть он зеленого цвета. Только тин или сильвер позволит мне 125 взять скилла, чтобы железо добывать, которое скоро уже появится везде. В следующих локациях. Краколиск, раптор. Ну, то есть мы там рапторов убивали тогда, а квеста у нас не было. Ладно, я вначале, наверное, я потом их сделаю. Я хочу вначале так сделать. Баннеры краколиские. И вот туда гнолов пойти сделать, а потом уже вернусь. Потому что все равно будет вторая часть потом. А надо потом в город еще вернуться. Так, я хочу за раз все сделать. Какой-то такой оптимизировать затраты времени, чтобы как-то равномерно все было. Ну что, давай. Вначале. Тут гнолы, но они не нужны. Может быть, следующая часть квеста будет на них. Так, вот еще один. Какой-то краколиск такой. 24-й не так легко убивается уже. Не так легко, потому что у меня шмот плохой. У меня уже должен быть лук нормальный. Я еще забыл, что мог голову скрафтить от инженерии. Было бы больше здоровья. Хотя мне это ничего не даст. По уровню ДПСа я сильнее не стану. Так, вот еще один краколиск. Так, я так переагрил жестко, да? Что придется отпрыгивать.
Вот, слизняки здесь. Там, к сожалению, в трапу попал Пет, но пофиг. Сейчас вылезет оттуда. Добежит до меня. Элитные квесты никто не собирает пока. Там тоже очень сложный, там респаун, по-моему, быстрый, поэтому это чуть позже пройдем. Пока что будем все основные квесты делать. Сейчас выбью сумку, пойду крокодилов добью, потом иду гнолов убивать. И заберу как раз корень там. И все. Потом возвращаюсь здесь рапторов и назад сюда. У меня уже 26 левел будет. Стопудово. Дропа нету, а? Сколько их убивать надо? О, тин тут есть, хорошо. Блин, дропа нет. А где он, на горе, что ли? Да, на горе. Забраться можно на этот раз. Да. Сто двадцать.
ё-моё, сколько их убивать? Поэтому их так много, потому что дроп никакой. Поэтому тут прям целое кладбище этих слизняков. Я, наверное, сбегу наверх, один квест отдам, чтобы место освободить. Это просто, типа, намек, чтобы ты знал, что там есть элитные квесты. Блин, сколько же их фармить-то, а? Дальше отойти, может, с этого выпадет. Или вот с этого давай. Еще такая плохая погода, я думал, тут будет нормально, светло, солнышко, поэтому я решил взять эту локацию. Но, блин, тут дождь никогда не прекратится. Ой, я забыл, что пету можно еще навыки улучшить. Действительно. Больше здоровья сейчас. Почти косарь у него сейчас будет. Вообще класс. Кабан мой рулит, короче. Слизняков даже не осталось. Убивать-то некого. Сейчас отреспавнились, я думаю, здесь. Буду снова с этой стороны убивать. Вот, например, вот этого. Ладно, я вернусь. Побегу наверх. Потом вернусь. Когда уже все квесты доделаю, то есть я делаю так, крокодилов и вот этот квест. И корень, да, корень. Потом возвращаюсь наверх, добиваю это. Потом добиваю рапторов. Потом иду в город все сдавать. План такой. Ну, да, давай, давай. Раз он тут. Ой-ой-ой. Как же я упал нелепо. Ерунда. Здесь, кстати, вендор может быть. Я что-нибудь продам сейчас, кстати. У нас как раз место закончилось. Сейчас посмотрим. У
Не, походу нет вендора. Здесь, кстати, на этой локации, смотрю, эскортов нету. Часто на каждой карте по одному эскорту. Но здесь я вижу, что нету ничего. Чё кабан стал? Бывает, у него какой-то баг стоит на месте после того, как я в атаку его направил. Особенно после того, как он по воде пройдет. Это часто бывает почему-то. За квест, кстати, дали 1000 опыта. Я просто ничего не делал, просто поговорил. Халява просто какая-то. Крокодилов тоже много, дропа нету. О, как только сказал, пошел дроп. Окей, крокодилы не нужны. Гнолы, мангрелы. Мангрелы, да? Вот мангрел первый. Сейчас мы тут весь лагерь накроем.
тут огромный лагерь. Просто я не знаю, сколько их там. Хоть бери мага какого-нибудь, тебя уешь их всех. Ну, те, которые для квеста, их очень мало на самом деле здесь. В основном все для другого. Сагрил я их. Ну, отвалите, ребята, все. Все, успокойтесь. Ну эти есть, а нам же какие-то гнолы обычные нужны. Они все как-то там находятся, в другом месте, чуть южнее. Так что пойду я сейчас туда. То я сейчас этих добью, а тех все равно придется искать. Тот же эффект будет. Я как раз мертвый бежал и, по-моему, залежи вот эти видел. Что ж ты на мне? А из этих не падает, кстати. С этих слизняков. Так, ну что, здесь будут те... Вот они, гнолы. Я в прошлый раз тоже это делал квест, и тоже этих гнолов не хватало, я помню, вспоминаю уже. Год назад я где-то прокачивал ханта, и то же самое у меня было. У него проклятие какое-нибудь? Яд, да, действует. Надо сейчас полечить, снять. По-моему, не хилится. Значит, да, вот смотрите, видите, продиспелилось все это дело. Теперь у него все нормально будет. Места нет, сейчас подумаем, что делать. Мясо. Ну, можно покормить пета, освободим место. Силка-то надо собирать нам. И назад побежали. А если второй раз скачать этот скилл, сколько будет? 30% диспела. О, 50%, нифига себе. Первый скилл 15, а второй раз 50. Вот это просто специально вот так заставляют, чтобы два раза вставлять два поинта талантов. Это реально заставление какое-то. Было бы 30, это было бы окей, а так как-то странно.
Так, у нас тут корень где-то находится. Как мне только его найти? Надеюсь, он здесь в воде. Не надо наверх нам никуда ходить. Я надеюсь, я его тут найду. Блин, крокодилы тут еще. Еще второй. Третий. И стрелы, кстати, скоро закончатся, так что по-любому надо в город будет сгонять. О, нифига себе, что выпало. Прикольно, да, боешка? Нет смысла продавать, потому что никто не купит за такую цену. Зато смотрите, как кольцо-то... А я в комбате. Я даже одеть не могу. В комбате, оказывается, я. И кто же нас атакует, скажите мне? Корень такой огромный, что его невозможно не заметить. Не знаю, что я в комбате. Ну, это баг сервера, он же тут. Многим не нравится этот баг. Не знаю, как его пофиксить. Да, они должны пофиксить, а не я. И где-то тин сверху, да? Или он в воде здесь? Может, он в воде? Что-то я слепой или где он? А, вот он. Прям вот так вот красиво, да? О, сильвер есть. Это вообще классно. Стопудово скилл поднимется. Хотя нет, есть шанс высокий, что... Ну да, 10-20%, что не прокачается скилл. Потому что желтый цвет. Но все равно шанс низкий. Неправильно говорю. Невысокий, низкий, да. Да. Отлично. Так, 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 так. Блин, а чё продать-то? Ну, вернее, выкинуть. Какая-то ерунда. Скилл 122 уже. Отлично. Пойдем гнолов искать. Нам надо их аж 12 штук и этих 2. То есть 14 минимум надо убить. Потом побежать здесь еще рапторов. 10 таких, 10 таких. Это будет долго реально. Это реально надолго. Какой чувак здесь ловит рыбу. Прикольно. Интересно, он использует бота или нет. Мне кажется, это легко проверить. Походу нет. Походу он долго. Хотя... Это еще не факт. Ой, я из комбата вышел. Он недавно, кстати, в бою был, так что. Это, скорее всего, реальный игрок. А у них еще слева где-то логово, можно и туда сходить.
Весьма грелы одни, я смотрю. Гнол вот там бегает. Гнол вот там. Ой, это сейчас мы сделаем опять эту фишечку. Ой, а кабана-то как убили быстро. Как так? Кабан, наверное, здоровье не восстановил. Я не заметил это. Давай, вали уже отсюда. Ну и крокодил вали. О, там тин есть. Кабана грохнули быстро. Надо его покормить. У него почти 1000 здоровья, но он как-то, не знаю, не досмотрел у него, наверное. Не восстановил. А, у него, наверное, вот это яд был у него. И регена не было здоровья. Скорее всего, так и есть. Как-то странно не агрится. Один агрит другого, потом через пару секунд другие идут. И так вот по цепочке как-то, я не знаю, странно смотрится. Ему надо хорошую еду дать, потому что что-то кабан не поел нифига. Вернее, он счастливым не стал. Так, ну вот гнол и вот гнол. Два гнола, ну, их еще очень много надо нам. Вон еще гнул и вон. Окей, четверых убьем, будет 8 из 15. А, я уже с комбата вышел, могу кольцо одеть. Блин, ну как ты агришься? Ну и вокруг этого лагеря тоже, наверное, гнолы будут. Ну, вот есть один. Ну, тут никого не сагрили мы. Ничего, нормально, я вижу, что мы уже сейчас сделаем его быстренько. Гнолы вроде есть тут. И побежим обратно. Пойдем все сдавать. Места уже нету, я даже не лутаю. Время экономлю. И стрелы как раз закончатся. Я там даже 10-10 рапторов не поубиваю, потому что стрелы нужны будут. Ой, блин, он мне не нужен, я его загрел. Мне вот следующий гном нужен был. Все, я уже такой сонный, надо заканчивать. Надо заканчивать их и потом в город и там остаться, чтобы двойной опыт был. Именно там логаут делать. Чтобы наверняка двойной опыт накопился побольше.
Ну и где гнолы? Сейчас тут вокруг пробегу. По-моему, может, тут будут они. Вот, вижу одного. Мне показалось, что это друид. Друид это орды. Тут я так испугался. Думаю, сейчас бежать помогать ему надо. Но это не он был. Это не орда была. Там один чувак из них есть. Это гнол. Так что я сейчас его одного с пулей назад отбегу. И все убегут обратно. Таким образом мы его на халяву убьем. Копер, копер, копер. Мне нужен тин, мне нужен сильвер. Так, где он тут? Вот он гнал. Я вообще в наглую вот так вот пуляю. Он пуляет всех. А там еще маги есть. Ну и все, вот такая халява вообще с пулом здесь. Можно кого угодно так пулять. Вообще круто, да? Ладно, я по дороге побегу. Да, надо по дороге бежать. Чтобы никого не убивать. Ну, а, да, еще надо этих слизняков вверх. А, вот, смотрите, сдавать же сюда. Слизняков надо сверху еще добить потом. Так что я сейчас туда... Копер. Тоже друид оттуда, где я был до этого. Он теперь оттуда сюда пришел. Видимо, он тот квест уже доделал с рапторами. Теперь слизняков ищет. У меня уже 26-й будет скоро. А кто это? Крюд Флинт. Это с кого падает? С крокодилов, что ли? А, с себе подобными. Такие же чуваки здесь, но они только в стелсе, я их почти не видел. Да-да-да, это их надо убивать и потом к нему возвращаться. Я иду наверх, слизняков. Может, на этот раз повезет.
думаю, что-нибудь случится, справимся с двумя. Нету дропа, а что здесь? Формула какая-то. 2 серебра стоит. Нафиг она мне. А может быть здесь вниз можно спуститься в склеп, и там будут эти. А-а-а. Кстати, тут не указано, что типа с него не падает. Давайте проверим. Вдруг с него падает только. Квест врет просто. Дропа. Значит, пофиг. Можно и обычных убивать. Но я видел, кто-то тут фармил уже, значит, видимо, выбил. До меня тут трупы были. Я думаю, что же чувак выбил и убежал, потому что он дальше не продолжал фармить. Видимо, ему повезло. Вот мне как раз-таки не везет. Ну, как бы раз на раз не приходится. Какой-то квест другой зато повезет мне, а кому-то нет. С дропом. Дропа. Блин, ну хочется сейчас закончить этот квест. И потом сдать пойти. Ладно, здесь есть чуваки эти. Еще мы... А, это с гнолов вообще. Вот именно с этих. Ну и все, бегите обратно. Что-то дропа нет. Дропа нету, дропа нету. Блин, ну реально нет дропа. И те побежали. Я не убегу, я не убегу, я все 6 секунд буду стоять. Забери парочку с меня. Хотя эти кабана особо не пробивают, то есть я могу попытаться двоих убить. Ну и подлечить придется его просто. Мана есть, так что нормально. Вот сейчас маны нету, зря. Этого мы добьем.
Лечим. Да я не знаю, какой дроп с них должен быть. Я сколько их убил? 5 или 6? Нет дроп. Возвращаюсь я, наверное, к слизнякам. Потом я этот квест буду делать. Это реально долго его. У меня просто стрел не хватит на этот квест стопудово. У меня уже, вон, 300... Нет, 500... 520 стрел там осталось. Это очень мало. Нету дропа. Как-то за Орду было больше ощущений, когда я играл. Я не знаю, мне что-то Альянс как-то... я не знаю, нейтрально как-то мне эта прокачка идет. Тогда были такие эмоции как-то за Орду. Но как-то Хантом сейчас... Видимо, потому что я орков не ганкаю, меня не ганкают. Я не чувствую вот этого PvP, мне кажется. Мне скучно из-за этого. Ну что, это скоро все изменится. Скоро Вьетнам будет, там столько квестов. Там столько веселья будет, ой. Там столько раз я буду с кладбища бегать. Хоть я и хант, но все равно. Придется мне там попотеть. Ну, продиспелили что-то там. Они все-таки яд какой-то кидают на моего кабанчика. Блин, да ё-моё. Это просто какой-то баг. Вот. Это же не первый раз со мной. Был один до этого квест. Все люди сделали его, мне ничего не дропнулось за все время. Это какой-то бред был. То же самое сейчас какая-то фигня наступает. Здесь просто один дроп. Это, наверное, 1%, прикиньте, там, или 2. 2 это надо 50 убить. Ну, там, наверное, процент 5 или 10. Такое что-то. Или все-таки... А, знаете что? Мне кажется, что здесь в подземелье есть, а слизь из нее падает только. А, нет, здесь написано один из слизняков. У одного слизняка есть сумка. Значит, это у любого слизняка, я так понимаю. Окей, тогда все, это меня успокоило. То я думал, может быть, там в склепе какой-то типа мини-босс, и с него падает, а я тут все фармлю и фармлю, непонятно зачем. Ой, только не говорите, что это опять у нас сервак лагает. Не, нормально так. Мини-лаг будет, был. Все отлагало, сейчас будет все окей. Так, ну что? Некого убивать уже опять. На той стороне, может, еще слизняки будут. Сейчас я посмотрю. Ну а здесь я все зачистил, уже 2,5 бара и левелап будет уже с такими темпами. Тупо гринд идет. Thank you.
Блин. А кто-то в склеп побежал. Может, реально в склепе что-то? Стрела осталась. Супер задротский квест какой-то получился. За все время, вот как я качаюсь, наверное, самый задротский какой-то квест. Все остальное ерунда была до этого. А что это там у нас? А, это там тоже с них падает. С гнолов. Только не понял, вот я скинул квест на пиратов тех. А где его брал, он почему-то не показывает теперь аддон. Почему-то не обновился он, странно. Хорошо рогай, кстати, здесь. Можно в стелс войти и пробежать все. И найти того, кого надо убить. Но, с другой стороны, рога, конечно, сам по себе слабый. У него мало армора, мало здоровья. Но у него доджи там есть какие-то. Только полагаться на доджи можно, наверное. Ладно, а он, я не знаю, наверное, в стелс пробежал. Или он вообще сюда не бежал, просто посмотрел, убежал, не знаю. Но я видел, кто-то бежал сюда. Надо исследовать, раз такое дело. Сейчас мы все узнаем, что здесь находится вообще. Назад надо. Ой, тут их несколько. Я что-то слепой немножко. Сразу столько убивать. Не, сложновато мне туда. Не хочу туда сунуться. Неудобно мне ханту. Идти туда, там стрелять неудобно. Место такое узкое. Дальность минимальная. Ладно, валим отсюда. А, гнолов тоже нет смысла. Валю, короче, я засыпаю просто. Поэтому пойду отдохну в городе. В таверне. Пивка выпью там, все дела. И отдохну. Кстати, кто-то спрашивает, где гоблер. Ну, чувак отвечает, ну, он мертвый. Ну, я тоже так думал, что кто-то его постоянно убивает. Что в том месте нету.
Но у него, наверное, несколько респаунов. Я не знаю, правда, где она. Все, надо спать. Переиграл уже. Ну как, я немного. Я с 11.30 до 20.30. То есть я тут 3 часа играю. Раз, два, три. Да, 3 часа, грубо говоря. Если округлять, 3 часа я играю. Но это мало. Я иногда по 7 могу играть. Вообще прям. Ну, с перерывом, но. И больше могу. Просто в одну игру сейчас в последнее время. И, ну, и уже давно, на самом деле. В одну игру прям не могу так долго играть. Было пару игр исключений. Это Hearthstone в свое время, LA Noir, Witcher, наверное, третий мне подходит под эту категорию, но я в него почти не играл, 3 часа всего за все время. Ну, Garden Warfare, первая часть мне очень понравилась в свое время, поэтому тоже можно сюда добавить. Я просто зашел посмотреть этого морлока чертова. Может быть, увижу. Ну нет, нет его. Ладно, валим, валим, валим. Валим в город. И потом что надо сделать? Мурлока убить, рапторов, гнолов, слизняка и баннеры. Все. Ну не так много на самом деле. Что тут багнутое? Они все мне говорят, что-то багнутое. Что тут багнутое? Да, не работает. Не работает, и что? Ну пофиг. What's on your mind? Off with you. Все, ему такое. Письмо я принес, и все, продолжения нету. Где же там квест, который я отменил? Наверное, он внутри был. Скорее всего, он внутри был, этот квест у кого-то. Сколько у нас места слотов? 2 слота, окей. General supplies. О, здесь можно нормальные. Уже новые стрелы 7.5 добавляют урон. То есть они вообще крутые. У меня ДПС вырастет. Это круто. Это респект. Там можно что-то приготовить мне, по-моему, было. А, с этого, да? С мурлоков еще можно. Ну и все. Так, продажа, продажа. Мурлок фин. А, пофиг. Ладно, я потом продам. Я помню, здесь еще на острове какие-то пираты, вот там, вот на другой стороне. И туда тоже где-то квест был всегда. Чуть на этот раз я не вижу его. А вот, я нашел этот квест. Снова по второму разу на пиратов этих. Так. А здесь у нас на втором этаже, скорее всего, квест. Да. Левела. Будем криты тогда теперь вкачивать пету. За Green Warden. А, Fistmate, Fistmate. Почему у него нет этого квеста? Так, стрелы купили, все хорошо. Еще надо продать и пойти в таверню. Квест сдать, продать все. Пойти в таверню отдыхать. King's Honor, friend.
Гигантские краколиски. Еще один квест нам дали. А где гигантский находится? О, гигантский вот там, окей. Окей, окей, окей. Окей. Так, этого надо все продать. Я даже это продам. Так, силк мне нужен. Это вся шляпа, что падала нам за все это время. Столько насобирали всего. Так, ну вроде все. Что у нас здесь находится? Гербализм. Алхимия. Телоринг. Короче, это все мне не нужно. Так. Вот это думал, блин, сундук сейчас возьму, открою. Грифон мастер. Ну и все, короче, продолжу. О, здесь лук может купить, можно какой-нибудь прикольный, а? Или сумку какую-нибудь для него. 9,2, смотрите, у меня зеленый лук, и здесь такой же продается, да? 5,8, но это все хуже. ,4, но это хуже, да. Ладно, значит, ребят, спасибо, что смотрите. Если кто-то до конца смотрит, напишите в комментариях, что вы реально смотрите до конца. А, вот такие вот дела. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. С вами был Андромалик. Если интересен Warcraft, играйте на сервере Кронос 2 вместе со мной, либо за Альянс. Ну, либо за Орду, там больше русских гильдий. Я думаю, там есть КГБ гильдия. И еще какая-то. Red Zone, красная зона, по-моему, называется. А здесь у нас Red Alert, по-моему, называется. Гильдия. Или как-то так. Да, Red Alert, по-моему. Или Red Danger. Что-то я не помню, как где, что называется. Но вы найдете, короче, есть тут русские. И их все больше и больше. Я думаю, через пару месяцев уже и рейды пойдут по 40 человек. Все русские будут. Посмотрим. Мне даже интересно, как это будет. Я думаю, что докачаюсь. Уже 26 левел, так что нормально. Тут быстро будет кач, сейчас все доделаю. Стрелы хорошие, сейчас больше урон будет у нас. Так что и плюс левел апчик. Все, с вами был Андромалик, канал Андромалик Плей. Не забывайте, что есть группа ВКонтакте с одноименным названием, где можете мне написать что-то интересное, там спросить, все дела. Там есть какие-то опросы, время от времени я провожу. В общем, до новых встреч. С вами был Андромалик. Пока-пока, увидимся.